Итак, всем привет! Мы на канале Федор делаем популярный канал вместе. Мы это рабочее название, не конечное, да, ну как бы мы так назвали его. Вот это видеоролик о том, как зачекать, как следить. И у нас есть карта. Помните, я говорил про карту, которая у нас есть. И, соответственно, мы должны следить за всеми и отмечать для себя ключевые точки на канале. Что это значит? Мы достигли уже сотни подписчиков, да, соответственно, как бы мы получили 100 подписчиков, и нам YouTube теперь открывает новые возможности. То есть, когда у вашего канала есть от сотни подписчиков, соответственно, вам разрешается уже доступны очень многие новые функции, да. У вас есть, вы можете оформить канал, вы можете поставить рекомендуемое видео, вы можете сделать главную страницу канала, соответственно, раньше это было, сейчас новое правило у YouTube, раньше было от 100 подписчиков, соответственно, и мы ставим, смотрите, у нас есть как сделать канал на карте, мы берем, вот у нас есть карта специально, она будет доступна под этим видео, да, соответственно, всем будет доступна эта карта, как сделать успешный канал, популярный канал, соответственно, мы здесь зачекали, сделали видеоконтент. Смотрите, сначала мы сделали полезный, интересный и нужный контент, потом получили 100 подписчиков и залайкали себе маркером, что у нас вот есть уже, есть флажочек, что мы как бы сделали там, да, у нас есть первые там 100 подписчиков. Все, соответственно, ключевая точка пройдена. Это очень важно. Теперь смотрите, у нас есть 30 роликов ключевые точки, да, там 30 роликов, 100 роликов, 300 видео там, да, потратили. Там, грубо говоря, там потратили $1000, когда уже есть 3000 подписчиков, да, когда у нас есть 100 видео, 300 видео, там, допустим, 1000 видео, там уже дополнительные, когда есть 30 плейлистов, или там мы берем какие-то перспективные, то есть, опять же, мы все чекаем, все чекайте, и все должно быть по графику, все должно быть стабильно. Как я получил 100 подписчиков? Скажу честно, у меня очень большие листы контактов, потому что я в интернете больше там 11-12 лет, и я просто элементарно попросил, я просто сделал, сгруппировал, сначала, смотрите, записал полезный контент, да, то есть как бы там, как заливать видео на YouTube, как правильно оптимизировать видео на YouTube, как правильно сделать здесь канал, то есть я сначала записал полезный контент, поделился полезным контентом, да, и попросил свои контакты подписаться на этот канал, подписаться на эти видео, посмотреть видео, да, отдать мне обратную связь, и взамен я пообещал, что буду тоже там лояльно там давать им, активным подписчикам этого канала, я буду делать анализ или там аудит их каналов, либо давать советы, рекомендации бесплатно. Вот, соответственно, как бы вот так мы получили 100 подписчиков и, соответственно, мы получили новые функции. О том, как использовать новые функции, смотрите в наших следующих видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал Федор, делаем популярный канал вместе. До свидания.